Ну вот проблема найдена. У меня пропала нейтральная передача. Вот смотрите, видите, вот здесь все завальцевало. Вот здесь стояла эта шестерня на этом месте. Она тоже вся вот была приварена, по сути дела. Они приварились сами к себе. Ну. Оторвать-то я оторвал, но восстановить это мне, ну, нафиг. Вот, короче, у меня второй вал. Я разобрал другой двигатель. У меня есть еще два, получается. Полтора было. Вот я из полуторного, короче, из половинчатого достал этот вал. Вот остатки его коробки. Но вал хороший. Вот. Я вот напилил. Вот она у него, эта шестереночка. Это вот, которая у меня заклинила вот здесь как раз. Вот она в этом месте стоит. Я собрал из двух, как бы, что получше. Получается, вот эти шестерни на валу были плохие. Короче, я в хороший вал собрал самый хороший. Вот. Это, похоже, первичный вал. Вот. И на нем все вот это стоит. Короче, примерно это собирается вот здесь вот так. Ну, примерно. Вот так вот. И вся эта кутерьма халабейси засовывается в коробку. Ну, ладно. Короче, вот пропала первая передача, потому что приклеилась... приварилась вот эта вот шестеренка. Не то чтобы первый, у меня нейтралки не было. То есть, в принципе, газ даешь, он едет. Вот так. Вот. Не таскайте на прицепе свои квадроциклы. Я вот 3 года, ну 2 года сделал ему прицепное устройство. И за это время вот она у меня там и вот таким вот, смотрите, макаром, как она сейчас склеилась. Вот. Шкурил, ну решил не мучить. Решил разобрать, легче разобрать другой двигатель и достать. Масло не поступает вверх, мотор не работает, двигатель не работает, масло не поступает. И все, получается масляное голодание и до свидания. И клинит, что попало. Ну вот, видимо, эта первая часть была под нагрузкой там какой. В итоге она и заклинила. Не здесь, а вот именно в этом месте. Так что смотрите, запускайте двигатель почаще, если вы тянете машину с автоматической коробкой передач. На буксире.